Maxler Golden Way. Так он мне понравился в прошлом обзоре, что прямо оставил позитивное впечатление и за счет вкуса, и за счет состава. Но вы спросите, так а зачем обозревать его еще раз? Возможно, кто-то уже заметил, что у Maxler изменилась упаковка, а это для нас важный триггер. Ведь вместе с ней мог измениться и состав. Именно поэтому я активировал Леху, американский Amazon и всех остальных, чтобы запилить вам новый обзор перетест протеина Golden Way 2020 коронавирус, так сказать, Edition. В этом видео ты узнаешь обо всех особенностях обновленного протеина от бренда Maxler, ну и конечно же сделаешь вывод о том, как изменения повлияли на продукт. Канал называется AV Fit. Кто такие Maxler, мы уже обсуждали в прошлом обзоре этого же протеина. Я лишь напомню, что это американско-немецкий бренд с небольшим шлейфом тайн о белорусских основателях. Максим и Лера вроде как взяли по несколько букв из имен и организовали бренд спортивного питания. Но для нас, думаю, это не имеет никакого значения. Более важно следующее. В лайнапе Maxler мы уже упоминали о двух направлениях развития данного бренда. Немецкая, значит, славится своей линией, продуктов, американская своей. Российское отделение у них тоже, кстати, есть, и там предоставлены продукты обоих вышеупомянутых направлений. Думаю, из-за этого вам в равной степени интересны и американские, и немецкие продукты Maxler. Теперь давайте немного сравним прошлую и текущую версию протеина Golden Way. Смотрите, ребят, внешние изменения есть. Но это вы все и без меня заметили. Глобально это та же черно-золотая банка, как лучшие из людей, если вы понимаете, о чем я. В 2020-м как никогда такая тема актуальна, так что Maxler в США вполне может рассчитывать на дополнительный, так сказать, респект. А сейчас, мой дорогой зритель, будь внимателен, потому как я расскажу пару важных моментов, чтобы ты не нарвался на подделку. Короче, первое — это блистер. Проверь его наличие, он обязательно должен быть. И обрати внимание на зону отрыва, она должна быть именно такой. Разные производители запаивают блистер по-разному, но Maxler делает именно так. Эта штука, кстати, и раньше была, но если ты покупаешь ребрендинговый вариант, то на нем еще и логотипы добавили на блистере. Второй важный момент — это банка. Потычь в запечатанную банку пальцем, и если ты не Денис Цыпленков, то она на ощупь будет достаточно плотная. Особо сильно ты ее не промнешь. Причем не стесняйся, не парься ни за что. Вот возьми и осмотри банку и блистер, естественно, при получении из рук курьера или в локальном магазине, до того, как оставишь им денежку. Как бы странно это ни смотрелось, и если тебя вдруг спросят, зачем такая бдительность, ты можешь передавать привет от нашего канала и все смело валить на нас. Ну, типа это AV Fit тебя так научили. Кстати, насчет магазов, купили мы Golden Way на Амазоне, там оригинал прям 100%, мы вообще ни за что не паримся. А вы, ребят, напишите в комментариях, как вам удобнее, сходить в магаз или заказать Sportpit онлайн. Дополнительно, кстати, можете описать какие-то плюсы и минусы вашего выбора. Ну а мы переходим к разбору компонентов, и как и в прошлой версии, тут мешанули несколько видов белка. Эдакая классическая матрица из концентрата, изолята и гидролизата. Мы такой подход, ну не сильно уж прям чтобы осуждаем, это просто не имеет смысла. Зато заработать на вас могут значительно больше за счет наличия изолята и гидролизата в составе. А я напоминаю, они дороже, чем концентрат. В сравнении с прошлой версией, тут также с вами апнули местами изолят и гидролизат, но так как шо того, шо этого, скорее всего, мало, не суть. Более неожиданный и приятный момент — это удаление глютамина и БЦА из состава, что, конечно же, радует. И многие из вас сейчас подумали, как же так, ты чё, сумасшедший, ведь это же важные элементы. Ребят, стопэ. Эти самые глютамины БЦА, они и так содержатся в протеине, так что их добавление не делает протеин лучше, а иногда даже наоборот. Помимо основы, конечно же, в составе Golden Way присутствуют соль, красители и два подсластителя – ацесульфам калия и сукралоза. Впрочем, это было и раньше, и по данным компонентам никаких вопросов, все хорошо. Также остались в составе эти самые энзимы, которые чутка где-то там должны помогать тебе усваивать этот продукт. В принципе, они не мешают, но в итоге мы получаем неплохой набор компонентов, среди которых энзимы, матрица белков, и это повод удорожить продукт и, естественно, заработать на покупателях без особой для них пользы. Но тут уж куда деваться. Таков этот мир, каждый бренд спортпита выкручивается как может. И это не самый зашкварный вариант, главное, что основной состав не дает повода для жестких нареканий. Это хорошо. А раз нареканий нет, давайте заценим содержимое. Если честно, ребят, для меня сейчас катастрофично важно, чтобы этот
протеин оказался вкусным. Я могу понять тех, для кого вопрос вкуса вообще не стоит на первом месте. Да, нам многие пишут, что неважно, главное качество, мол, какая разница, какой вкус. Но, все-таки, если протеин приносит не только пользу, но и удовольствие от потребления, все-таки хорошо. Блистер, благодаря специальному отрывному элементу, удаляется очень просто. Теперь, опять же, attention, внимательно, особенно если слушаешь нас сейчас, но не смотришь на экран. Глаза, пожалуйста, сюда. Под крышкой есть очень плотная мембрана. Приклеили ее прям, ух, еле отодрал. Но это вам не оптимум с технологиями отклеивания мембраны при откручивании крышки. Запах из банки ядрено-ягодный, но при замешивании он становится менее ядреным и больше раскрывается как черничный. Собственно, как и написано на упаковке. Замешивается Golden Way на изи. Цвет, сами видите, соответствующий. А в плане вкуса, ну что я вам могу сказать? Вкусный протеин как с молоком, так и с водой. Маффин я не почувствовал во вкусе, но это в принципе и нормально. Это скорее вообще было для красоты названия написано, а вот черника нарезает прям отчетливо. Сладость у протеина, конечно, мое почтение. Но в сравнении с тем же Impact V от MyProtein, баланс сладости и вкуса тут все-таки поинтереснее. Очень хорошо, что черпак вмещает ровно столько, сколько заявил производитель. Впрочем, с этим у Макслера и в прошлый раз все было четко, но молодцы, что не провтыкали. Короче говоря, ребят, вкусно, четко и очень сладко. Однако, вот если прям вот вы спросите вот лично меня, вот Вован, вот какой бы ты вот выбрал все-таки Макслер Golden Way, я вам скажу так, я бы брал еще раз арахисовый вкус, такой, как тестил в прошлый раз. Окей, сколько же мы получаем белка в новой версии Golden Way от Макслер? В варианте вкуса черничный маффин, в сравнении с прошлым арахисовым вариантом, который мы рассматривали, белок подрезали на пару процентов. Теперь белка 73 грамма на 100 грамм Golden Way, жиры, кстати, тоже сократили на 1,5 грамма, их 4,5, а углеводов по-прежнему 15 грамм. Но, ребят, не стоит париться, в других вкусовых вариациях могут быть чуть больше белка, может быть чуть меньше белка. Тут, знаете ли, ради вкуса приходится иногда чуть больше дополняшек впихнуть, что, естественно, сказывается на уменьшении количества основных макронутриентов. Если говорить откровенно, то вообще пищевая ценность неплохая, но 73% белка — это не самый высокий показатель для такого класса протеина. Хотя, давайте я все-таки выступлю в роли адвоката и заступлюсь за Макслер. Ведь вкус у них и правда балдеж, и именно из-за него пришлось немного пожертвовать белком. А если белок вам важнее, можете брать безвкусный прот, но балдежа не будет. Теперь погнали посмотрим, как смесь белков поведет себя в кипящей воде. Берем мы, значит, такие Макслер Golden Way и закидываем его в кипящую воду в количестве 69 грамм. Почему столько, Вован, спросишь ты? А я тебе отвечу, потому что именно в таком количестве протеина Golden Way содержится 50 грамм чистого белка. А мы, знаете ли, с недавних пор твердо для себя решили, теперь варим ровно столько продукта, сколько содержит 50 грамм чистого белка. Так что, думаю, новые варки гейнеров точно вас немножечко ошеломят. В итоге варки протеина Макслер мы получаем аж 327 грамм свернувшейся массы и неоднородную структуру из больших, прям огромных и мелких комков. Наши олдфаги в курсе, что большие пласты образуют при варке именно изолят, и сворачивается он обычно в больших количествах, нежели концентрат. Учитывая солидное количество свернувшейся массы и крупные пласты, можно сделать вывод, что тут действительно много изолята, и добавлен он в состав не просто ради украшения списка компонентов. Теперь можем сравнить количество с результатами из прошлого обзора, и в прошлый раз, если вы помните, мы закинули в два раза меньше прота, который содержал 25 грамм чистого белка. Но свернулось тогда не в два раза меньше, а в три. И что очень важно, в тот раз не было больших пластов. Из этого всего делаем вывод, что перемена мест изолята и гидролизата таки стала ощутима. Изолят теперь виден при денатурации и существенно влияет на результаты теста варка. В то же время мы не могли точно определить количество гидролизата в прошлый раз, так как если это не гидролизат оптимум, у них там, знаете ли, свои секретные методики, то он не должен сворачиваться в кипятке. Варка обновленного Golden Way нам показывает, что изолят содержится в приличных количествах, а гидролизата, скорее всего, тут вообще и нет. Ну а если и есть, то очень мало. А лично вы как смотрите на тот факт, что Макслер подрезал гидролизат, если он, конечно, и был, и поднавалил изолята? Следующая проверка по тактильным ощущениям и звуку Макслера такова.
А еще этот протеин отлично налипает на зубы, что подтверждает белок в составе. Что ж, попробовали, протестировали, и если тебе, как и мне, все нравится, то я обязан дать инструкции. Начинать прием протеина Maxler Golden Whey я настоятельно рекомендую с безопасной дозировки 10 грамм. Далее можно переходить на одну порцию в день, попить его таким образом недельку и оценить свое самочувствие. Сам Maxler нам говорит о том, что их прот хорош и до, и после тренировки, и вообще в любое время. И они не душат по прием в какой-то конкретный период, за что получают персональный лайк от нашего канала. Если ты чувствуешь, что вместе с приемом Golden Whey от Maxler восстановление улучшается, а на тренировках появляется больше и больше энергии, то продолжай принимать одну порцию в день. Этого хватает. Если нет изменений, можно переходить на две порции в день. В какое время дня конкретно ты будешь принимать протеин, неважно, не имеет никакого значения. Главное правило запомни, не принимай его ближе, чем за час до тренировки, а еще лучше за полтора. И не надо пить его прям сразу после окончания физических нагрузок. Это не даст никаких преимуществ. Ты можешь спокойно использовать порцию протеина как дополнение к любому приему пищи, а можешь вставлять белковый коктейль в промежутках между приемами пищи, как полноценный перекус. Тут уже, дружище, опирайся на собственные ощущения и удобства. А если ты хочешь узнать секрет самого топового уровня приема протеина, то я тебе расскажу. Это расчет индивидуальной потребности в белке и последующее понимание, сколько его нужно получать из протеиновых смесей. Но в таком случае наберись терпения и посмотри до конца вот этот видос. В итоге Maxler Golden Whey 2020 года это как был, так и остается хорошим вкусным маслонаборно поддерживающим протеином. На сушке, да, можно его тоже использовать, но на ней все-таки более предпочтительны изоляты. Если твой план поднабрать или просто добавить белка в рацион, а дополнительные углеводы тебе не мешают, то это вполне твой вариант.